Всем привет, с вами Лёха. Это будет видео о том, как я лечу в Грузию. Там покажу, что вообще есть. То, как я буду туда добираться, ну, увидите. Видео должно быть интересно. Поехали? Все, мы приехали на парковку. Сейчас нас должны отвезти в аэропорт. Мы пришли, ну, приехали в аэропорт. Пришли на паспортный контроль. Прошли паспортный контроль. Сейчас идем в зал. Блин, качество плохое. Воду придется оставить тут. Куда мы попали? Все дорогуще. И цены только в евро. Пойдем узнаем. Мы как-то умудрились принести воду литровую туда, где ее уже нельзя нести. И тут просто все залы пустые. Мы тут почти что одни. Сели в автобус, ждем остальных. Все, идем в самолет. И на таких достаточно красивых кадрах я хотел бы рассказать вам, куда же все-таки мы летим. А летим мы в Грузию, а именно в город Батуми. Лететь нам до Батуми из Москвы предстояло 2300 километров. И заняло это плюс-минус 3 часа. Ну, не буду отрывать вас от просмотра. Смотрите дальше.
Время 4 утра. Мы вышли из самолета. Вот такой вид из окна на море и стройку. Гуляем по набережной. Там море. Тут большущий отель. Ну, вот такие тут магазины. Кока-Кола, оригинальная Фанта, Спрайт. Все, что хочешь. Фонтан. Убрали Камару. Такие тут высотки. Сейчас идем в кафешку и там будем есть. Показывала вам вот эти вот это здание большое. Маленькие здания. Сейчас мы зашли сюда. Собачка. Мы пришли. Ем хинкали. Мы продолжаем путь. Тут парк какой-то. Сейчас будем смотреть. Кстати, интересный факт. В Батуми почти все дороги вымощены булыжником. Вот так вот красиво. Мы на площади. Это алфавитная башня. Потом расскажу, что это. А также хочу сказать, что внутри этого шара находится панорамный ресторан. Выглядит он вот так. Там какое-то колесо обозрения и... бибикает полиция. Dodge Challenger. Офигенная машина. Их тут очень много. Выглядит бомбезно. Алфавитная башня. И набережная. Дали гору. Памятники. Говорят, они должны сойтись и поменяться местами. Вау. Wow.
все поменялись. Макдональдс на пляже. Это второй день. Сейчас мы вышли на прогулку. Буду сниматься. Опять, наверное, пойдем куда-нибудь, искупаемся. Вот такой отель, все в высотках. Он тоже какая-то башенка. Строятся отели. И вот этот огромный отель. Тоже какая-то башня. Все красиво очень. Город строится, развивается. Фонтанчик. Там какой-то памятник и, опять же, высокие отели. Ну, а я иду дальше. Отель похож на Колизей. Да, конечно, архитекторы тут в Грузии отличаются особой фантазией. Такое еще придумать надо. Очень красивое здание. Надо же было такое придумать и потом построить. Наверное, жилье в таком отеле стоит недешево. Все, сейчас мы идем на набережную и искупаемся. Там я море покажу. Вот, пришел на пляж. И вместо песка тут галька. Там. Море вон чистое. Ну, надеюсь. И вода очень теплая. А также ночью весь город переливается. Сейчас пойдем вон туда вот, поющим фонтаном. Ну, типа они поют. Сюда бы больше подошло название «Танцующий фонтан». Пришли на пляж. Время 22:30. Искупались и начали сливать какую-то гадость. Вон она уже уплыла. Ну, наверное, будет не очень хорошо видно. Но прям такая большая линия какой-то грязи. Походу, из какого-то ресторана слили, и вода стала холодной очень.